Приветствую вас на моем канале, с вами Лилия Донскова, и сегодня у нас будет обзор пустых баночек за октябрь. Ну, естественно, это все продукция компании Oriflame, потому что я не просто фанат, я приверженец этой компании, мне все очень нравится, и сейчас я вам расскажу честно, что мне понравилось, а что может быть не очень. И начну с самого объемного в этой коробочке, это краска для волос. Кстати, этой краской пользуюсь я с момента ее выпуска, а это был, по-моему, 13-й год. То есть уже 5 лет, 6-й год я пользуюсь только этой краской. Я в восторге. Я в восторге от качества своих волос. Кстати, буквально сегодня я покрасилась, ну, сегодня уже ноябрь, тоже такой же красочкой. Иди отсюда. Ну, отстань! Только сегодня я покрасилась такой краской, и я очень довольна своими волосами. То есть даже я не пользовалась никаким маслом, ни сывороткой, просто покрасилась. И масочка, мне очень нравится маска из этой краски. Волосы как будто вот оживают, они напитываются. В составе краски входит омега-3 и масло льна. И за счет этого волос такой становится красивый, упругий, как будто бы он прям вот восстанавливается. Поэтому красочка 5 с плюсом. Буду продолжать ей пользоваться. Закончился крем для душа Love & Care серия. Очень красивая баночка, очень такая вот классная упаковка. У нее надолго хватило, аж 400 мл. Объем, это очень большой объем. И крем концентрированный, его хватает надолго. Поэтому прям рекомендую. Приятный аромат у него, очень вкусный. Аромат миндаля. Так, у кота, что там случилось? Кот, хватит хулиганить. Аромат миндаля такой сладенький, приятный, мне он очень понравился, в основном я ему пользовалась. Так, следующее, это закончилось у дочки, тоник, чайное дерево, нам он очень нравится, обалденно вкусно пахнет, и он помогает справиться с прыщиками, высыпаниями, каким-то воспалением на коже, как всегда масло чайного дерева я очень люблю, так и вообще всю серию с чайным деревом. Рекомендую. Так, ну вот закончилось средство для снятия макияжа. Тоже им пользуется дочка. У нее розовый любимый. У меня, как вы помните, кто смотрит мои видео, средство для снятия недостойной косметики. И оно тоже у меня закончилось. То есть одновременно у нас закончились эти средства, мы достали новенькие. Средством довольны. Уже перезаказываем много раз. Поэтому, что можно сказать, 5 плюсом. Хватит хулиганить. Бесюлька. Так, что еще закончилось? Гель для душа. Вот это было грустное расставание. Надеюсь, он еще будет в наших каталогах. Это аромат ананаса. Это такой Мальдивы. Обалденно вкусно пахнет. Я просто обожаю, когда пахнет ананасом. Такие фруктовые, экзотические запахи. Мне нравится, вот он прям закончился до последней капли. Вот сюда его ставим. А закончился очередной флакон моего любимого шампуня «Яблоко и бамбук». Он 2 в 1, как ни странно, я обычно не люблю, когда 2 в 1, 3 в 1. Но вот одно из исключений, этот шампунь, он мне великолепно подходит. Он так классно промывает волосы, убирает статику. И что мне еще нравится, вот так вам ближе покажу. И что мне еще в нем нравится, вот после него волосы так долго остаются чистыми, и такие они рассыпчатые, такие классные, то есть вот прям моя любовь. Хотя ценник у него очень такой скромный. Закончился кондиционер с кокос и пшеница. Он для сухих волос и поврежденных то, что нужно, потому что когда волосы очень длинные, то кончики, естественно, становятся быстро сухими. И этот кондиционер великолепно увлажняет, ухаживает, работает с непослушными волосами. Так что тоже ему оценочка 5 с плюсом. Кстати, берем его постоянно, когда он есть в каталоге со скидкой, я его заказываю. Закончился интимный гель с ромашкой. Кстати, из всех вот гелей для интимной гигиены, которые у нас есть, мне с ромашкой нравится больше всего. То есть вот, там есть с алоэ, с орхидеей, с розовой водой. Но мой любимчик это ромашка. Не знаю почему, просто нравится и все. Вот я вам его показала. Показала, да? Очень удобно, с дозатором. 300 мл хватает надолго. А у нас пользуется вся семья. Кстати, помните это ужасное мыло? Я его все-таки взяла себе. Чем оно ужасно? Запах. То есть мы привыкли, мы избалованы, что в Oriflame всегда вкусные ароматики. Мыло, если берешь, то это, боже мой, как парфюмерный завод. А этот был, ну да, даже
ну, такой цветочный аромат, но он такой не очень какой-то приятный. Но качество мыла просто обалденно. У меня Миша сказал: слушай, оно такое мылкое, там буквально вот раз-раз-раз, и вот такая пена, и тоже кусочек очень хороший, долгоиграющий. И хорошо лежит, то есть он не раскисает, поэтому, ну, несмотря на простоту упаковки, на то, что мыльце, 65 грамм, кстати, мыльце не очень вкусно пахнет, но у нас оно прям на ура пошло. Я думаю, что же я мало взяла, такое дешевое классное мыло. Так, у дочки закончился крем для лица с абрикосом. А я ей беру разные кремы из таких вот недорогих серий, а это ей, она сказала, мне оно нравится, но... Его, по-моему, не было как-то в последнее время. Я сейчас взяла новый крем Optimals для кожи такой нормальной, склонной к сухости. Но это такая красивая баночка, я ее не выкину. Я в ней буду что-нибудь хранить, какие-нибудь бусинки для рукоделия и так далее. Кстати, вам лайфхак, не выкидывайте баночки, их можно использовать. Закончилось масло для волос, мед и молоко. Одна из наших любимочек. Мне, в принципе, маски Oriflame все подходят, все нравятся. Но к медовой коллекции у нас особое какое-то предпочтение, потому что, ну, мне нравится упаковка, мне нравится этот аромат такой сладковатый, медовый, такой вот он, ну, он завораживающий. Просто он такой какой-то уютный, вот реально мед с чем ассоциируется? Зима, чашечка чая. Да, там просто какой-то уют, домашность. Вот, может быть, поэтому мы так любим серию «Мёд и молоко». И очень красивая, классная банка. Кстати, такие банки я тоже не выкидываю. И в них очень удобно хранить какие-то там пуговки, например, да всякую ерунду, вот, которая, чтобы не валялась, а была в порядке. Далее, закончился очередное средство для смягчения. Смягчающее средство. Это было, по-моему, с клюквой. Я могу ошибаться, потому что в последнее время так много выходит ароматов разных. Вот сейчас новинка вышел аромат с ароматом граната, по-моему, с клюквой. Что мы с ним делаем? Все, что только можно и нужно смягчить, это губы, это кожа вокруг глаз, если носик натерли. Кутикулы, обожаю, каждый день мажу кутикулу этим смягчающим средством. Локоточки, чтобы не сохли и были такие мягенькие, розовенькие. Пяточки... Коленочки, если лопаются, что-то трескается, шелушится, вот это все к нему. Все вопросы к этому средству. Наконец-то закончился один из бальзамов. Это бальзам с оливкой, с оливами, как правильно сказать, не знаю, из серии Love Nature. Кончился прям. Мне он понравился по качеству, хорошо увлажняет, питает губы, но аромат нет. Аромат нет, и поэтому я бы его уже не перезаказала. Потому что настолько вкусных ароматов, зачем брать тот, который не очень вкусный. Но, может быть, кому-то нравятся такие вот зеленые натуральные ароматы, да, такое что-то к природе. Да, ради бога, но я люблю, когда пахнет клубничками, чем-нибудь бананами, да, там экзотика. Вот последний у нас был с дыней, с кокосом, да просто обалденные ароматы и классные на губах. А это мой любимчик, тоже закончился. Почему они закончились одновременно? Расскажу. Один обязательно стоит в ванной, один стоит на косметическом столике и один обязательно стоит на рабочем столе. У меня три минимум стоят и один на выходе. Обязательно смягчашка стоит у нас на входе в коридоре. Кто уходит, обязательно там губки мажет или там, кстати, зима. Начало простудных таких всяких вирусов, которые летают в воздухе, нужно смягчить слизистую. Просто возьмите, немножечко на пальчик носите и смажьте внутри носик, с краешку. Это будет, есть такая мазь в аптеке, оксалинка. Это лучше любой оксалинки. То есть противовирусная, пожалуйста, слизистой смазанной, вирусы уже далеко не пойдут. Вот, по поводу этого бальзама, это BB-бальзам. У него особая... статус у меня тоже закончился. Особый статус. Потому что он пахнет клубникой, он очень вкусный. И самое интересное, что он дает цвет на губах, такой легкий персиковый, легкий-легкий персиковый оттенок, перламутр. То есть губки блестят, и можно без помады просто накрасить бальзамом. Я им пользуюсь постоянно на пляже, когда мороз. То есть я все время с этим бальзамчиком. Мне он очень нравится. Закончился крем для рук. Тоже кремов я посчитала. У меня сейчас открыто 4 для рук.
и все разные, мне они все нравятся. Есть жирненькие, которыми я пользуюсь только на ночь, например. Или если прям вот, ну, что-то много делала по дому, и чувствую кожу прям вот такая скукоженная. Этот легкий, очень приятный, вкусный аромат пралине. Просто он вкусненький, у него такая обалденная упаковка, честно, жалко выкидывать. Ну почему, почему такая красота? Вот, мне он очень понравился. Если вы любите вкусные пирожные, конфетки, то вам тоже этот крем понравится. Очередная маска. Как видите, у нас маски заканчиваются полностью. И это любимая маска моей дочки из серии Spa. Шведиш Спа, я даже не успела ей ни разу попользоваться, как она закончилась, и я только увидела, что уже все, всему конец. Я не знаю, она, мне кажется, ее за месяц вымазала, но у нее действительно есть проблемки на лице, которыми она работает правильно, то есть масочку можно носить аппликационно на проблемные зоны каждый день. Она вытягивает, она подсушивает, она помогает быстрее проблеме уйти, уйти совсем. Поэтому пусть пользуется, закажем новую. А закончился кондиционер. Вы заметили, наверное, что сейчас у меня их, они один за другим заканчиваются. Именно эта серия Hair профессиональная. Это серия для поврежденных волос или для непослушных, как ее правильно называют. Но суть одна, что если волосы там сухие, понятно, что им надо питание и увлажнение. Я балдею от этого кондиционера. Он классный. И мне нравится, что это профессиональная серия. Мне нравится этот флакон. Мне нравится этот цвет перламутровый такой, бежево-розовый. Все, всем довольна. Уже достала новый. И, кстати, у меня заначка заканчивается. Остался всего один. Надо пополнять запасы. А здесь у нас осталось, в общем-то, не так много баночек в этот раз. Осталось 3 коробочки wellness витаминок. И прям чуть-чуть не допили коктейль. Буквально одна порция. Ну, в ноябре покажу. Витаминки пьем регулярно, друзья мои. Ну, витамины не накапливаются в организме. Меня иногда спрашивают, ну, а вы что, их регулярно пьете? Конечно, конечно, каждый день. И мы друг за другом следим. Мне очень нравится, что у нас такая в семье идет забота. Ты выпил витамины сегодня? Нет, напей. То есть мы друг за другом следим, потому что мы на себе проверили эффект от витаминок, насколько... Классное стало здоровье. У меня просто вот, ну, самые крутые изменения, про которые я вам расскажу, это первое. У меня уже несколько лет как нет гайморита. А если кто-то с этим сталкивался или у вас кто-то близкий страдает этим, вы знаете, насколько это жутко, это больно, это ужасно. Просто я не я, когда гайморит. Поэтому мне предлагали делать прокол, как моему папе. Моему папе делали 2 раза, видно, мне это передалось по наследству. Так вот, он у меня просто рассосался, и его нет, он меня не беспокоит. Второе, что самое для меня тоже важное, это прошли всякие простуды. То есть мы не цепляем вот эти вирусы, то есть все вирусы мимо. И если бывает такое, бывает, конечно, чувствуешь, что что-то подцепил, ну, потому что, ну, мы же не можем спрятаться от общества, как у меня дочка приходит, чуть-чуть приболела, чувствую прям, я говорю, что с тобой? Она говорит, мама, а я ей говорю, ты что, не пьешь витамины? Она, мама, я пью витамины, но ты не представляешь, в университете болеют все, все чихают и кашляют. Я говорю, ё-моё, да, от этого не спрячешься, но, по крайней мере, даже если заболеваем, да, чувствуем, что начинается, все очень быстро проходит, буквально день-два, без антибиотиков, без лекарств, мы просто усиливаем дозу витаминов, больше обильного питья, в тепле, да, просто вот, ну, и, вот просто это классно, что мы не относим деньги в аптеку. Вот, что еще? Волосы, ногти, кожа стала классная, я просто чувствую себя супер, и все, я не хвалюсь просто, я не хочу нарваться на комплимент, да, просто хочу сказать, что мне 44 года, и я себя чувствую, ну вот по сравнению с ровесницами, с кем вот я общаюсь, кто даже помладше меня или ровесница, я чувствую себя намного лучше, и чувствую себя рядом с ними, ну, намного моложе. И я приписываю это все витаминам, wellness. Поэтому не экономите на витаминах, на здоровье, я считаю, экономить нельзя. Нужно кормить свой организм каждый день правильно и давать ему сбалансированное питание и обязательно витамины. Тогда вы будете всегда здоровы и красивы. Вот, вот такой обзор небольшой, но если посчитать, здесь приличная сумма получится. Естественно, каждый месяц разные продукты заканчиваются.
поэтому состав совершенно разный. Если вам видео понравилось, ставьте лайк. Если что-то полезное было или остались вопросы, напишите в комментариях, мне это очень важно. И просто я очень люблю с вами общаться, поэтому пишите, не стесняйтесь. До новых встреч, оставайтесь на нашем канале, с вами была Лилия Донскова, пока-пока! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один.